Мы приехали в зал, создали силы, тренить армрестлинг. Сейчас посмотрим, на что эти ребята способны. Ребята способны, да. Евгений Сергеевич готовится к состязанию. Не владев техникой вообще никакой. Посмотрим, что из этого выйдет. Давай, Жека. К себе. Плечо. Давай, дави. Не сдавайся, говорю. Не сдавайся. На выносливость давай. Сколько принцев? На две. Давай, Жека. Машина. Давай. Все. Колян, красава просто. Давай, Колян. Вспомни наши тренировки, давай. Тоже не дети. Мы вообще не тренили никогда. Это страшно. О, нифига себе. Колян. За горизонт, давай. Колян. Тащи, Колян. Давай. Дави. А вот это уже жестко. Нифига, угол просто огромный. Без шансов просто. Свет. Все, подавил уже. Никто не решается бороться с ней. Давай. Ну это по технике так нечестно. Она по технике, она 4. Давай, посмотрим. Бери 76. Закрыл? Не до конца там миллиметраж. Закрыл. Бери 88. Давай я 88. Давай. Ну, будем считать, что да. Ну да. Ну это вообще какой-то перебор. Это космос уже, 108. Я на левой попробую. О, на левой. Нифига себе. Мощный Жека. Два. Мощный Жека. Такой жесткий. Ты уже научился, что ли? А он неправильно же берется. Да пофигу. Дави. Ну. Блян. Вспомни тренировку. А-а-а, хорош. Спасибо. Молодец. Отправил тебя, Колян, разберись. Вот так вот.
ну нахрен, ты машина какая-то. Спасибо, Колян. Давай. Ну. Тяжело. Фигач. Давай. Ну. Охренеть, как ты это. Там маленько осталось. Да я еще не начал. Количество повторений. Раз. Три. Дави это дерьмо. Выше, во! Вес взят. Экономия называется. Ну-ка давай, мне тоже. Шикарно. Блеск просто. Колян, давай самолет на этой фигне. Ты же поздно сказал. Самолет? Да. Мы приехали на следующую тренировку, и Колян уже готов подтягиваться в передней мышце до живота. Давай, давай. Нижний хват. Пробуем. Вау! Какое начало? Было лучше. Было лучше, когда ты раза 3-4 подтягивался до живота, здесь и нижний хват. Thank you.
тоже показывает, что он может. Мы это снимаем все. Продолжение на время. Время вышло. А? Время вышло, всем пока. Второй подход такой будет у нас. А, вот виз, подтягивание, дожатие до верха. Угу. Широкий виз затем. Подтягивание, дожатие до верха. И так два раза. Угу. Почему? Ну, например, второй подход. Ну... То есть именно второй подход как будет выглядеть. Подтянулся, дожал. А, вис широкий, то же самое. Подтянулся до верха, опять опустил, отжался. Угу. Подтянулся, точнее. Опять до верха, поднял и опустил. Пошел, короче, горизонт сразу делать. Отжался, поднял стойку, опустил угу. до горизонта, отжался, поднял стойку. Ну, это два раза. Да, это второй подход, угу. например. И самолет. Поднял стойку, опустил. Поднял стойку, опустил. Третий подход. Висит. Поднял, подтянулся. До верха, короче, опять до низа. Ну и, короче, в лестнику, да? До скольки? Да, до 15. До скольки? До 15. Еще разок погромче. До 15. Самолет стойку до 15. Нет, да, вот с висом, ну, с висом можно еще разобраться там как-нибудь до 15, да? А вот, ну... С самолетом? Да, самолет горизонтом потяжелее будет, но... Ладно, хер с ним с горизонта. За один подход, допустим, какой-нибудь там 10-й, начиная с 8-го, 10-го там, да, мы за один подход уже не будем, наверное, это все делать, как бы, да, всякие отжимания, подтягивания, там можно будет уже сокращать, как бы, делить на подходы. Но главное, пока не сделал, допустим, горизонт полностью, не приступаешь к следующему там самолету, например, или дальше не двигаешься. То есть 15 взлетов стоит, да, да. В сумме, что было там. За подход. Ну, это 15-й ну, подход. Как получится там уже. О, потом в качестве добивки сжимание в гарике до талого. Не знаю, там раз 20. Первый подход 20, второй раз 15 раз должен получиться. И виси, подтягивание с одной ногой прижатой. Так же, короче, 20. Первый подход, 15, второй подход. И в конце еще одна добивка, короче, для гарика. Иди. Поднятие гриппа просто перед собой тоже подход, там два где-нибудь. Ну и тяга для виса тоже наклоне. И все шикарно. И вис убит, и гарик убит. И все. И Колян доволен, да? Да я доволен. Ребята, возьмите эту пробу себе на заметку и гляньте по ней. Каждый день. Каждый день. Каждый день, да, каждый это каждый день. Мы сами там тренируем. Ладно, ну раз в неделю мы ее делаем примерно. Да. Не более. Сделали не более. Сделали перерыв. Уровень слили. Да, слили что-то все это вообще. Надо было реально каждый день походу ее делать. До 15, короче, до 15. До 15 все делаем. Всем пока. Надо подождать. Пока.